Всем привет, меня зовут Таня, и я очень рада, что вы вновь на моем канале. Девочки, сегодня хочу вам рассказать о двух палетках теней от Makeup Revolution. Это серия у них, Real Odette, я так понимаю. Точнее, не я так понимаю, а так и есть. Это вот такие две красавицы. Значит, первую палетку, вообще все палетки я заказывала, конечно же, на сайте Wellberries, то есть там со скидкой личной, да, идет, плюс еще большая скидка, плюс еще если есть какая-то скидка именно производителя, да, Makeup Revolution, то есть там надо следить за этими скидками, очень выгодно там покупать. Плюс новинки попадаются один раз в две недели, то есть приходят новинки. Дело не в этом. Значит, я расскажу про само качество палеток. Качество, конечно же, у них на высоте. Я не знаю, как дорогие палетки ведут себя, да, там, да, за 6 тысяч, за 7 и так далее. Для меня, допустим, есть китайские палетки, да, есть какие-то там среднего качества палетки и чуть выше, да. Я считаю, что Makeup Revolution это чуть выше палетки по качеству. Потрясающая тушевка теней. Потрясающая просто. Пигментация теней на ура. Я вам буду вставлять, конечно же, сводчи. Но у этих палеток, именно у шиммерных, здесь разные, знаете, консистенции теней. Здесь есть глухоматовые, здесь есть матовые с блесками, здесь есть шиммеры, здесь есть прямо чистая фольга, и есть шиммер с крупными блесками. То есть, вот если вы так смотрите, вам кажется, допустим, что вот этот матовый и вот этот матовый, на самом деле вот этот матовый с блесточками. Если вы смотрите, что вот это блестящий, на самом деле это как бы просто шиммер, а вот это как бы как чистая фольга. То есть, не угадаешь на самом деле, как поведет себя тот или другой оттенок на веках, но у них есть существенный минус именно у шиммеров. То есть, если вы наносите на веко, которое у вас не увлажнено, без базы, оно может подчеркнуть сухость, может быть, стягивать это веко. Если у вас еще возрастное веко и много-много вот здесь вот мимических морщин, или вот здесь вот как бы кожа такая, знаете, суховата и с морщинками, да, обязательно вот эти шиммерные тени подчеркнуть. Матовые нет, именно шиммерные это подчеркнуть, потому что блески. Вы когда будете наносить блески, они как бы будут ложиться красиво, да, поначалу, а потом у вас кожа как бы немножко впитает эти блески, они прилипнут к коже и будут подчеркивать. У меня есть такой макияж, где я снимала на даче. Там был просто макияж именно только шиммером, и он подчеркнул все. Я даже не знала, что у меня, оказывается, на глазах столько много морщин, пока она не нанесла именно вот эти шиммерные оттенки. Подчеркнула все, что можно. Значит, касаемо данной палетки, это у меня называется Real Odette Fundamental палетка. Значит, здесь написано, что 16,5 грамм в данной палетке. Не тестируется на животных, это очень важно. Вообще, Makeup Revolution, Revolution Pro, то есть это много-много разновидностей именно Makeup Revolution, они не тестируются сейчас на животных, хотя, наверное, раньше все-таки тестировалось, потому что раньше я не видела такого названия. Значит, это фундаментальная палетка. Здесь есть и темные, да, тона, которые можно затемнить уголок. Есть светлые, есть вот такие розоватые. Сейчас у меня по макияж выполнен верх вот этой палеткой, а низ вот этой палеткой. Значит, это фундаментальная такая, знаете, палетка для девочек, которые не хотят яркость. То есть, это палетка на каждодневное, вообще супер макияж. Я вставлю сводчи, то есть матовые не осыпаются. Это самое главное. Я не люблю, когда тени вообще осыпаются. В этих палетках вообще практически нету никакого осыпания. Если у вас осыпалась одна блесточка, то это ничего не значит по сравнению с другими палетками. Потому что я как-то пробовала другие тени от Essence или Catrice, я уже не помню. У меня просто вот так вот было все отпечатано. Это просто был какой-то тихий ужас. Девчонки, очень классная палетка на каждый день. Ну, кто любит смоки айс, я, допустим, мне просто не идут смоки, если вот тут вот не выделено светлый глаз, мне просто не идут. Кто любит, пожалуйста, вот такими темными тенями, вот этот вообще красивый такой холодный тон, он на глазах, на веках дает, знаете, такой фиолет уходит немножко, если вы еще подчеркнете вот таким и начало глазика делаете розовым, вообще просто будет макияж, конечно же, вообще супер. Я ее тестирую, видите, она что, она уже заюзанная, то есть какие-то акценты ставлю посередине глаза, то есть палетка на каждый день супер. Но каждый день супер, но
Конечно же, такими цветами я пользуюсь крайне-крайне редко. Ну и вообще я коричневые тени не очень люблю, как бы, да, у себя, по крайней мере, на глазах. Но в последнее время мне очень нравится затемнять. Сейчас у меня, в принципе, затемнено как бы разными слоями коричневого цвета. Но вот эту палетку я ждала. Я долго на нее смотрела. То есть говорят, что это копия, да, вот это от Анастасии Беверли Хиллз Нарвина. Посмотрите только на эти расцветки. Просто вот издалека это божественные расцветки. Да, вблизи они не так, может быть, смотрятся, как на фотографиях. И с ними нужно, в принципе, потанцевать с бубном, я бы сказал. Но, значит, если вам кажется, что вот это матовые, на самом деле нет. Я когда их первый раз попробовала, я просто была в шоке. Потому что, сейчас скажу, так, вот этот настолько красивый цвет, и он кажется, что он матовый, но на самом деле он такой красивый. Он уходит в какой-то фиолет, знаете, такой коричневый фиолет, и он так красиво переливается, он для затемнения складки века, видите, какая красивая тень, он просто потрясающий. Сегодня у меня им затемнено века немножко, и потом еще как бы сверху фиолетовым. Это обычный золотой такой цвет, как бы, который блестящий. Это же вот фиолет, именно такой, видите, он темный, но опять же по переносу, смотря чем вы его переносите. То есть на каждом веке эти цвета будут смотреться по-разному, да. И, допустим, я вот читаю на других сайтах, девчонки делают и сводчи, и макияж, на каждый оттенок, на каждом глазу по-разному смотрится. Потому что у кого-то цвет кожи светлый, у кого-то немножко с зеленцой, у кого-то в розовинку больше отдает, да, у кого-то более холодный. Но вот эта палетка, я считаю, что кто любит вот такие цвета, это просто по-среднему, да, за 400 рублей за палетку вам хватит этой палетки надолго. У них минимальный расход. Единственное, что их нужно наносить, я не могу наносить их синтетической кистью. Они на синтетику просто не набираются. Я набираю это натуральными кистями из фикс-прайса, вот этой белой плоской. Идеально наносится, просто тушуется бочонком, тоже из фикс-прайса, вообще просто супер. Потрясающие вот эти кисточки из фикс-прайса просто наносят любые тени Makeup Revolution, как будто они созданы друг для друга. Опять же, в этой палетке здесь есть вот такой белый матовый оттенок, действительно матовый, без всяких блесток. Просто матовый для высветления под бровью, для нанесения, как бы, для закрепления базы. Плюс вот эти такие вот молочные красивые цвета. Вот эти светленькие, да? Ну и яркий, конечно же, акцент, который красиво переливается. И вот я не знаю, как оригинал, да, от Анастасии Беверли Хиллз Нарвина, но фотографии Нарвины. Я вот здесь ставлю одну фотографию, потрясающий макияж, и хочу повторить именно этот макияж вот с этой палеткой, попробовать, по крайней мере. Но есть еще такой момент. Конечно же, вот эти шиммеры и в той, и в другой палетке набираются лучше пальцем. То есть кисточки очень сложно брать. Даже если вы смочите кисточку любым спреем, да, для макияжа, для фиксации макияжа, все равно, так как она набирает пальцем, передает это на веки, да, вот этот блеск, вы не нанесете это кистями. По крайней мере, я не могу. Может быть, у меня кисти не те для нанесения этих шиммеров. Но лучше всего это, конечно же, набирается пальцем, и переносится лучше всего это пальцем. Так что, девчонки, скоро Новый год, нужно делать красивый макияж, опять же, приятно подарить это в подарок, да. Но единственный такой момент, что вот эта палетка мне пришла битая, вот здесь вот она разбилась, то есть если кто заказывает через сайт, можно ожидать, что она приходит битая. Так что, девчонки, у кого есть магазин подружка или кто через интернет заказывает через подружку, там все приходит в коробочках, как бы можно не бояться, что приходит разбитая. А для себя как бы можно, и ничего страшного в этом нет. Так что я очень рекомендую эти палетки. Опять же, кто любит красные, коричневые, там сейчас целая уйма. И вот в этой серии вышло на сайте именно Makeup Revolution, там зелено-салатовые такие бирюзовые оттенки, потрясающие просто на сводчах. Но из того, что у меня есть, по крайней мере, из этих, да, двух палеток, конечно же, вот это мне больше нравится. Вот здесь больше шиммерных. Кто любит такие цвета, это для затемнения, это для какой-то яркости. Конечно же, это супер палетки по очень-очень демократичной цене. Приятно подарить в подарок, красиво упаковать. Это, я думаю, кто любит такие цвета, это просто вообще будет шик.
Так что, девчонки, у кого есть такие палетки, обязательно пишите мне название, я тоже присмотрюсь и почитаю отзывы девчонок других, почитаю, как бы посмотрю сводчи. Я очень, девочки, рекомендую эти палетки, да, но будьте аккуратнее, еще раз повторюсь, что шиммерные оттенки подчеркивают возрастное веко. То есть они подчеркнут ваши морщинки, если вы перед этим не нанесете какие-то матовые оттенки. Пигментация у этих палеток на высоте, стойкость на высоте. Я даже без базы их ношу практически целый день. Они не скатываются, может быть, к вечеру, и то при сильных перепадах температуры. Но так как они ведут себя на веках, по крайней мере, я очень довольна за эту сумму. И вообще производителю огромное спасибо за то, что он выпускает палетки такие, такого хорошего качества по очень бюджетной цене. Так что, девчонки, обязательно не забудьте мне написать, у кого какие палетки есть из этих серий. И обязательно название я тоже посмотрю. Всем большое спасибо за просмотр, всем хорошего настроения, всем любви, счастья и терпения. Будьте красивы, будьте любимы. Всем пока!